На Самарской набережной рядом с шестым причалом появилось 40 молодых каштанов. Высадить деревья предложило сообщество про женщин. К акции подключились депутаты городской думы и районных советов, жители близлежащих домов и отдыхающие горожане. Для того, чтобы жители смогли наша замечательная набережная наслаждаться, было принято решение здесь с жителями, с этими организациями засадить деревьями. В дальнейшем будем продолжать эту работу для того, чтобы город наш был цветущий, яркий и красивый. Аллея международного женского сообщества про женщин стала символом красоты, созидания и развития. И очень важно высаживать новые деревья в городе, потому что наша жизнедеятельность, всего человечества, она очень сильно загрязняет природу. Сажают деревья для того, чтобы вот эта концепция устойчивого развития вообще всего человечества, она соблюдалась. Участники акции уверены, что новая каштановая аллея подарит жителям города хорошее настроение и позитив. Максим Магомедов, Григорий Плешаков. События.